Доброе утро. Я приветствую здесь наши гости, которые здесь. Равин Штернберг. Здесь наш уважаемый раввин Давид Ишуваева, глава Ишива Ахама в Израиле. И тоже хочу приветствовать здесь раввин Ашер Лентрой из главного управления раввинских судов Израиля. И приветствуем Брухим Абаим Бешем Ашем. Мы приближаемся к Рош ха-Шана. Мы знаем, что в Рош ха-Шана есть моменты, которые очень важны. Один важный момент – это ткият шофар, трубление шофара. Каждый мужской еврей обязан слушать шофар в днем, первый день Рош ха-Шана и второй день Рош ха-Шана. И по идее надо слушать шофара, и от человека, который трубит шофар, если человек может дойти до синагоги без нарушения Йонтова, это хорошо. Если это невозможно, тогда, по идее, человек должен купить шофар и должен себя научить, как трубить шофар. Если кто-то хочет купить шофар и научиться, как трубить шофар, до Рош ха-Шана осталось более-менее 2 недели, надо это сделать сегодня. И, по-моему, надо организовать в нашей общине уроки для трубления шофара. Это не так трудно, как люди думают. Поэтому это обязательно надо сделать, значит, или организоваться, чтобы быть во время Рош ха-Шана в синагоге, или купить себя шофара, или быть рядом с человеком, который может для тебя купить шофар. Также наши мудрецы обсуждают, что будет, если у человека есть возможность дойти до места, где есть миньян, где есть кворум, синагоги, или место, где трубит шофара. Например, место, где с меня нет шофара. Что более важно, слушать шофара или молиться в миньян Рош ха-Шана? Наши мудрецы говорят, что трубить шофара более важно. Если человек сам трубит шофара дома, надо дождаться после 3 часов с утра, с восход солнца, чтобы трубить шофара, чтобы было в то же самое время, как община. И тоже также на молитва мусаф. И, по идее, женщины не обязаны слушать шофара, но многие женщины, можно сказать, подавляющее большинство религиозных женщин, они хотят слушать шофара, они хотят слушать шофара во время Рош ха-Шана. Если человек хочет трубить шофар для женщины, поскольку она не обязана, пусть она сама делает это браха, пусть сама сделает это благословение. Сфатские женщины не делят благословение на шофара, вообще сфатские женщины не делят благословение на мицва, в которой они не обязаны. Ашкеназские женщины, они делят браха на лулав, на шофар, на сука и так далее. רבי חנן בן עקשיא אומר שבוא כל הקדוש לברכה כי בא להם תורה מתוך שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגיד תורה ויאדיר קדיש על ישראל.